В один прекрасный момент я четко осознала, что профессионально я могу развиваться как угодно, но пока я не организую свою работу, свою личную жизнь сообразно своим внутренним качествам, я не буду счастливым. Я работала в крупной компании, начальником отдела, с достойной зарплатой, стабильно, все было прекрасно. Но в какой-то момент внутренне мне было плохо. Я уволилась, я ушла в никуда, я уехала в отпуск. Страхов было очень-очень много. Я не знала, что будет дальше, но как есть, я понимала, что я так не хочу. Период розовых ожиданий и первый запас денег закончился в первые полгода. Я походила по собеседованиям, каждый раз идя как на каторгу. Я поняла, что долго можно ходить собеседоваться, они, конечно, дают развлечения, понимают, что ты хочешь в жизни, но с другой стороны, ты понимаешь, что ты тратишь себя, ты тратишь свое время, но не получаешь абсолютно никакого морального удовлетворения. Это вот момент возвращаешь, что успех не только деньгами измеряется, но еще другими вещами. Я поняла, что мне очень-очень плохо, но надо куда-то двигаться. В тот момент рядом со мной была только семья. И, собственно, им-то досталось больше всего. Что у меня было в запасе? Я не понимала, что дальше. У меня были проблемы со здоровьем. У меня, собственно, закончились все деньги. Но у меня было огромное желание развиваться и, так это, знаете, такое громкое слово, свернуть горы. Походившись на собеседование, я поняла, что, собственно, можно долго врать себе, что ты можешь чем угодно заниматься, но ты должен представить, в моем случае это было так, какое идеальное утро, какой идеальный день ты себе представляешь. И вот когда я честно себе призналась, как он должен выглядеть, я поняла, что, допустим, я должна проснуться не по будильнику, а там просто от того, что вот пора вставать, что нужно сделать там зарядку какую-то, выпить чашечку кофе, там в обед приятно провести время, вечером желательно, чтобы это какое-то творчество было, чтобы было время на семью. А поскольку до этого много лет не было даже отпуска, несмотря на социальный пакет и стабильную зарплату, ты понимаешь, что нужно как-то по-другому организовываться. И прорисовав картинку своего идеального такого утра и дня, я поняла, что, честно-то, ты должен вольным быть человеком и организовать свой день сообразно, опять же, вот так, как ты хочешь жить. Я поняла, что это должна быть частная юридическая практика. Поскольку как организовывается бизнес с юридической точки зрения, я знала. Я знала, что надо организовать ИП, общество, зарегистрировать там расчетный счет, открыть офис. Ты, значит, так это все организуешь, табличку красивую повешаешь, там стол купишь, компьютеры. В общем, и сейчас выстроится очередь из клиентов. Но по факту-то, собственно, это было абсолютно не так. Я это все сделала, как было положено, а клиентов-то нет. Собственно, я нарушитель по сути, по своей, несмотря на то, что являюсь законником. На тот момент основной часто посещаемый сайт был Headhunter, и я решила так.
Вот если крупные компании ищут себе начальников отдела, ну, наверное, им нужны, пора уже, какие-то юридические услуги. Я, значит, в ответ им на вакансию пишу: «Здравствуйте, я такая-то, такая-то, предлагаю вам, значит, юридические услуги». Как бы смешно идиотизма ну, не звучало, вот это вот такой вот прием, на самом деле первые три звонка это были серьезные ребята, это крупные компании, которые являются до сих пор моими клиентами. Больше, сколько я раз не пробовала, эта фишка не сработала, но вот в тот момент она как раз сработала. Но это-то потом, пока-то клиентов так и нет. И я понимаю, что у нас что-то не клеится с бизнесом. Разговор вообще не на одном языке. И тут я вспомнила слова одного моего любимого директора. Это, ну, я его считаю своим учителем. Он говорил: «Маш, я знаю, что ты умная, но не надо мне объяснять твоим вот трехэтажным вот этим юридическим языком на пяти листах, да, что это нельзя, это нельзя. Ты мне скажи, как надо, только так, чтобы я понял». Ну, вот, ну это же сложно. Я же умные фразы знаю, там, законы, все такое. Как донести до человека простым человеческим языком там, глубокую истину? И, ну, собственно, я начала учиться, я начала как-то по-другому понимать. Ну, наверное, надо не с точки зрения... Ну, как тебе удобно. Наверное, вот пока ты не закроешь потребность своего клиента в чем-то, ты не продашь свои, собственно, услуги. И в какой-то момент я поняла, что если я себя поставлю на место своего клиента, войду, так сказать, в его положение, начну мыслить, ну, вот его категориями, то, ну, наверное, и до меня все это будет допустимо. То есть вот все юридическая судебная практика, все законы, они говорят, как нельзя. А бизнесу надо что? Как можно? Как можно заработать денег, меньше платя налогов, законно, там, чтобы не было никакой ответственности? Но большинство, вот если я говорю про свою сферу, это юридическая сфера, там написано, как нельзя. Но как можно, ни в одном законе не написано, абсолютно. Собственно, что я параллельно начала делать? Я начала изучать своих конкурентов. Опять же, к вопросу тому, что вот у меня было стереотипное такое мнение, что, собственно, юрист – это такой сухарь в очках, такой стержень, значит, ему ничего не интересно, кроме этих законов, он там пишет постоянно в этих бумажках, да. Я начала изучать различных адвокатов и юристов и поняла, что, в принципе, юрист, как и другой любой человек в сфере услуг, может быть интересной личностью. Да? В тот момент единственный белый пиджак, который у меня был, стал визитной карточкой моей. Собственно, до сих пор можно видеть мои фотографии на аватарках, там, в соцсетях и так далее. Но бизнес закрутился как таковой, и клиенты пошли гораздо позже. А вот возвращаясь к тому, когда мы стали разговаривать с ним на одном языке, я начала анализировать свои дела, в том числе, ну, у меня много дел, и есть проигрышные дела, но так как и в бизнесе в целом, не всегда проигрыш, он является чем-то провальным. И иногда можно чуть-чуть заплатить денег, но получить гораздо больше, ну, с другой точки зрения. И вот... Один из таких примеров громких провальных дел, мне было тогда 18 лет, это котельный завод и массовые сокращения сотрудников. Значит, я без году неделя, помощником юриста, текучка огромная, мы увольняем сотни человек, и вот, значит, прихожу я в суд. Увольняла я на тот момент одного из сотрудников конструкторского отдела, который
в возрасте мужчина, в самом расцвете сил, увидел какую-то там девочку, и, значит, он ей все рассказывает. Да у тебя молоко на губах не обсохло, да мы тут, у нас целое поколение работает, деды, прадеды, значит, мои сотрудники, ой, мои дети, значит, здесь работают, а ты так вот решила меня уволить. И тогда я поняла, как бы всю волю там в кулак так взяла и говорю, знаете, если я буду плохо работать, меня тоже уволят. С этого момента я поняла, что, собственно, на отвали работать нельзя. И если на отвали работать можно в найме, там все равно платят зарплату, то в бизнесе на отвали нельзя. А проиграть нельзя выиграть. Это дело было в Иркутске. Меня бросили как кусок мяса на растерзание волкам. Я тоже была молодая в этот момент. Это были 2000-е годы. Проигрыш был по тендеру более 20 миллионов рублей. Только вернувшись и через несколько лет я узнала, что в этот момент, когда я летела на самолете с проигрышем, мой начальник отдела пилил куш с моими ответчиками, ну, собственно, проиграть надо было. Поэтому вот не каждый проигрыш, он на самом деле проигрыш-то является. Законы не поменялись, их просто читать стали по-другому. Это одно из самых моих душещипательных дел. Категория дел «Социальные вопросы» – это обеспечение жильем детей-инвалидов. Было несколько выигрышей, а потом более десятка проигрышей. Обеспечение жильем семей, у которых есть ребятишки, инвалиды. Ни один закон не поменялся, ни одна инструкция не поменялась, ни разъяснение, ничего. Вдруг начали все читать по-другому. И ты стоишь такой оплеванной системой и понимаешь, что сделать ты, собственно, абсолютно ничего не можешь. Ну, собственно, это совершенно другая история. А возвращаясь к развитию и не только профессиональному, но и как к личности, я понимала, что ту неуемную энергию, которая есть, да, и вот этот вот весь негатив, и все равно же не всегда все клеится, нужно куда-то выплескивать. Если раньше помогал этому алкоголь, то в какой-то момент он перестал тебя утешать, и ты понимаешь, что нужно что-то делать другое, творить. Вот мне очень сильно помог вязать, кстати, и картины писать не так сильно помогает, как помогает театр. Это реально здоровская вещь, это выплеск энергии адреналина, ты можешь наработать различные роли, там, сыграть от монашки до палача. И самое интересное, что режиссер, видя тебя, он достает откуда-то из глубины души какую-то вот твою такую, вот тебе кажется, ты выглядишь по одному, а он достает это из тебя. И вот, значит, я такая вся приличная, самая тяжелая моя роль, это директор, сельский директор ликероводочного завода, похоронившего второго мужа, и сразу с похорон только закопала, значит, и на сватовство к третьему идет. Вот, ну, подытожить все хотела бы сказать, что несмотря на серьезные проблемы, которые вроде бы есть у тебя, кажется, что ничего нету, но на самом деле и я тоже придерживаюсь, не всегда нужны коучи или там умные книжки, все в тебе, все внутри, надо просто это только услышать. Мною двигало огромное желание развиваться, и самое главное – это вера в себя. То есть если ты сейчас не сделаешь то, что ты хочешь, и будешь жить не своей жизнью, то цветочек твой никогда не пробьется. Все в наших руках на самом деле. Еще бы я хотела сказать такой момент, что несмотря на такой путь от тернии к звездам, я в настоящее время являюсь востребованным юристом, мне удается устанавливать баланс между буквой закона и желанием человека. Все мы друг другу можем быть примером, а можем быть предостережением. И, собственно, если вот где-нибудь через год кто-нибудь вспомнит о такой Марии Доценко, которая какую-то чушь несла, на самом деле такой червячок закрался где-то, и крылья потом так расправятся, и обо мне кто-то вспомнит, это будет здорово. Вот мой факап на сегодня. Спасибо. Спасибо.
монолог провинциального юриста. Да. Мы, кстати, с тобой как раз познакомились на проекте журнала «Автограф» на большой сцене. И тот белый пиджак я помню. Потому что я гуглил тебя тогда, смотрел участников как раз. По-моему, там мы во второй сезон пришли. И все-таки тебе удалось вырваться из состояния жнец и певец и на дуде игрец? Да, необходимо делегировать, но это этап взросления, так называемый. Чем взрослее фирма, тем больше понимаешь, что ты все не сможешь объять необъятное. И вот этот вопрос выбора кадров, и кто-то из сегодняшних уже говорил о том, что нужно все-таки заражать своей идеей своих сотрудников и искать единомышленников, в том числе через, рядом с... Про круги, по-моему, это оттуда, я не знаю, оттуда или нет. Мне кажется, вот когда ты окружение свое создаешь, в том числе на работе, из единомышленников, и вот процесс с делегированием и с доверием, он гораздо проще идет. Какие-то были у тебя сомнения по поводу вот брать или не брать? Нет, понятно, сомнений брать не было, но сформулирую по-другому вопрос. Что тебя останавливало от того, что тебе нужны люди, вот чтобы взять дополнительные ресурсы человеческие? Ну, во-первых... Страхи были? Ну, конечно. Что никто же не может так, как я. Но я же сделаю всегда лучше. Всегда сделаю лучше. Никто не будет лучше, чем я, да? И кто там... У меня, кстати, есть очень такой пример интересный. В один момент, когда мне надо было ехать в отпуск, а это уже была частная юридическая практика, я такая думаю, я... Работала по найму, да, я не могла поехать в отпуск. Я не работаю по найму, я опять не могу поехать в отпуск, да ё-моё. Более того, зачем? Я не работаю по найму, я по 24 часа провожу на работе. В общем, был у меня сотрудник, я переживала, что я, возможно, отдам свою клиенту, он уведет клиента к другому юристу. Но на самом деле, вот совсем недавно они поженились, мой клиент с моей юристкой, и у них скоро будет ребенок, и я на самом деле очень счастлива, и они остались моими клиентами, и сотрудник работает до сих пор. Малефисант, так? Так, окей. Еще есть вопросы, ребят? Да, есть вопрос. Алексей? Добрый вечер, Мария. Вот у меня такой вопрос. Женщины, они ведут свой бизнес по-другому, нежели мужчины. Больше на чувствах, на эмоциях. Вот когда наступает у вас пустота, вы опустошены, где вы черпаете ресурсы? Алкоголь, наркотики. Раньше помогал. А мне сейчас помогает. Путешествие и природа. Мы женщины, мы черпаем энергию из земли, с природы. Это что сейчас начинается эзотерическое? Что это вообще? Спросили, на самом деле так и есть. Ведь у каждого есть лицо, и вообще женщине в бизнесе тяжело, честно вам сказать. Потому что мужчины-то, они сильные по натуре-то своей, а нам надо брать чем-то другим. Поэтому вот природа и путешествия помогают очень сильно, и если организовать свое дело и возможность путешествовать, наверное, вообще здорово будет. И организовать свое дело так, чтобы уехал и на полгода. Я скучаю. Две недели максимум, что я не могу, я хочу, я люблю то, чем я занимаюсь, я люблю бабушек, дедушек, бизнесменов своих, прям очень-очень сильно. И мне кажется, там Ольга красиво сказала, у меня есть миссия, вот у меня тоже есть миссия помогать людям. Иван, слышал, у них миссия. Почему у нас никакой миссии нет? Так, один свитер. Так, ребят, еще есть вопросы? Да, Алексей. Сейчас буду за врача не спрашивать. Нормально. Уточните, пожалуйста, общий, примерно оборот, выручка вашей компании, количество клиентов, либо исков, которые ежемесячно обслуживаете. Общая цифра, там с точностью до одного не нужно. Спасибо. Количество выигрышных дел больше, чем проигрышных, я не считаю. Я не беру клиентов, которых нужно обманывать, которые хотят быть обманутых, поэтому есть процент такого естественного отбора. Что касается денег, то это порядка сотни до
полмиллиона рублей в месяц. Это на аутсорсинге и в штате несколько сотрудников варьируется, ну, от 2 до 5. Мы ответили на вопрос? Да, спасибо. Спасибо. Ну, это сфера услуг, это немножечко другое, поэтому тут не измеряется деньгами, тут измеряется реализованностью. Если ты за это получаешь еще и деньги, то вообще супер. А еще ты узакониваешь бренды, правильно? То есть можно торговую марку через тебя зарегистрировать. Интеллектуальная собственность, корпоративные вопросы одни из, да. Супер. Спасибо огромное. Мария Доценко, дамы и господа. Спасибо, Маш. Спасибо.